«Опасные игры». Вы у экрана, а на комментаторской позиции Юрий Розанов и Василий Соловьев. Всем привет и переходим к делу. Как тебе игра «Хозяев», Василий? Тем и хороши предсезонные матчи, что в них можно нащупать нити той игры, которая поможет команде достичь своей цели. Ну, в данном случае держаться подальше от зоны вылета. Тоже не цель. Мяч за пределами поля, угловой. Повнимательнее надо быть защитнику, конечно, в передачах. Сейчас в аут, потом в ноги сопернику, а потом куда? Понимаю, что атакующая сторона хотела бы углового, но что получилось, то и получилось. И боковой судья сразу сигнализировал главному, что это аут, а не корнер. И боковой судья сразу сигнализировал главному,